Всем привет! С вами Наталья Казанцева, лидер компании Siberian Wellness. Сегодня я хочу рассказать о продукте, на котором я получила результаты, причем 100% результат. Это коллаген. Вот он у нас со вкусом лайма и клубники. Вот посмотрите состав. Здесь 3,9 грамма коллагена, 15 аминокислот и 74 миллиграмма витамина С. Вот именно витамин С помогает усваиваться коллагену. Вот еще могу здесь вам показать тоже состав. Это вот витамин С и белок. И, ну, если начать мою историю рассказывать, то 15 лет назад, когда я родила второго ребенка, то ли у меня произошли какие-то гормональные изменения, то ли стресс, там, я не знаю. Плюс я получила еще травму, ребенок стал неспокойный, в общем, или нервное какое-то перенапряжение и хронический недосып, у меня появилась аллергия на руках. То есть это вот никакие моющие средства я не могла применять вообще. Я там вплоть до того, что мыла посуду в перчатках. У меня появлялись какие-то пузыречки, которые потом лопались. Когда это все лопалось, оно начинало заживать и стягивало всю кожу. Все это ужасно чесалось. Я ходила по врачам, сдавала анализы, искала какие-то инфекции у себя. Ну, в общем, все врачи мне говорили, просто наблюдай за собой и смотри, на что ты реагируешь. Я начала замечать, что когда я нахожусь на правильном питании, у меня немножко это заживает, но в дальнейшем потом, когда я перехожу к нормальному образу жизни, да, как мы всем питаемся, у меня начинает это все проявляться. Ну, естественно, на стрессе это все обостряется. Вот. И получается так, что вот, находясь в компании Siberian Wellness 3 года, последние я пыталась найти какой-то продукт, который бы мне помогал. Я использовала различные средства именно внешнего, да, воздействия. Это гели увлажняющие, потому что я без крема для рук вообще не могу. Мне нужно постоянное увлажнение. Кожа постоянно сухая, постоянно неровная. 3 года назад человек посмотрел на мои руки и сказал, что похоже, что у меня псориаз. Ну, в общем, я не знала, куда уже бежать, к каким врачам ходить. И в итоге получается так, что вот сейчас вот 4 месяца подряд я пропивала коллаген. Вот я сейчас пью его 4-й месяц. Первые 3 месяца я пила с другим вкусом. И вот сейчас вот я пью 4-й месяц вместе с нашим пиком природный инулиновый концентрат утром натощак. И вот получается, что я получила такой результат именно по своим рукам. При том, что я скажу, что мой образ жизни абсолютно не изменился, питаюсь я как обычно, не соблюдаю там никакие там правила там правильного какого-то питания, там, да, позволяю себе там, ну, какие-то вредности, которые как бы, да, ну, нутрициологи, к примеру, запрещают. Ну, то есть я обычный человек. И вот получается, фактически я получила результат именно вот на нашем коллагене. Я, честно говоря, и удивлена, но в то же время я очень довольна, потому что все-таки качество моей кожи – это, ну, зеркало моего как бы здоровья, да, получается. Плюс я развиваюсь и работаю в компании, которая занимается, ну, здоровьем и продуктами, да, которые помогают нам оздоравливаться и укреплять свой иммунитет, и красоту продлевать, и молодость, да. И получается, вот, я получила результат именно вот на этом продукте. Поэтому, кто еще не пробовал, я рекомендую вам попробовать, потому что помимо того, что это наша красота и молодость, это питание нашей кожи, волос, ногтей там и всего, что касается именно нашего здоровья, но это также еще и профилактика и поддержание наших суставов. Я как раз пью 2 мерные ложечки. Это как раз идет уже такая дозировка, которая необходима нам после 35 лет для поддержки наших суставов. Вот, поэтому, кто еще не пробовал, рекомендую вам попробовать. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, добавляйтесь в мой чат по продукту, где я рассказываю много интересного и полезного именно о нашем продукте, где у нас собрано очень много отзывов именно моих уже клиентов, которые я наработала, да, за время, пока я работаю в компании. Поэтому не проходите мимо, найдете очень много полезного и интересного, плюс научу экономить на приобретении продуктов наших. Вот. Всем хорошего дня!